Всем привет! Представляю кусачки для проволоки Knipex 6701-160. Диаметр проволоки, которая не перекусывает, от 1,5 до 4,5 мм. Инструмент подойдет даже для рояльных струн. Режущие кромки расположены под углом и закалены. Еще один плюс – длинные эргономичные рукоятки. Такое сочетание делает кусачки особо мощными. Инструмент сделан из хромово-надивой стали, полированная головка устойчива к коррозии.